ночной Дубай. Вышли с пляжа, вот там находится пляж, вот за этой вот мечетью или что это, вот там вот. Ну там столько кошек было, кошмар, я в Вьетнаме столько не видел. Вот здесь сейчас город, город Дубай, ночной Дубай. Это Дубай. Все, весь меркает. Там. Это я тут. Пока-пока. Привет, привет. Вот они, небоскребы. Ну вообще вот так ветерочек такой прохладненький. Такая особенность есть тут немалость. Вот этот центральный тут улица. А вон та башня, куда мы сейчас выдвигаемся, вот к этой башне. Да, вот насчет переходов тут, конечно, очень трудно. Практически не поймешь, где тут переходить. В этом мегаполисе все на машинах носятся как. Опять нет перехода. И что и дальше делать будем? Никто не знает. Сколько километров уже отмотали от этого моря. И вот она, башня заветная, вот она, казалось бы, рядом. Идешь, идешь, а она все как будто дальше удаляется, удаляется. Ну какая-то штука гудит тут. Вообще какое-то непонятное сооружение, мавзолей какой-то. Гудит. Ждем, чтобы перейти дорогу. Что, что, что? Еще раз скажите. Скажите, что? Россия, Рашина. Кузбат, я Кемерово. Что, ну как вам объяснить-то? Мы приехали. Да. Я Рашин. Рашин. Спасибо большое. Удачи. Ну, началось головокружение. Все тут у них обалденно красиво. Машины носятся. Это Дубай. Дубай, Дубаина. Тачки, тачки. А вот и полицейские там остановили сейчас. Нарушители воинской дисциплины. Это сейчас вот переходим улицу. Вот у них такой вот. Раз так, встал и поехал дорогу так переходить. Это город ночной. Да, однако.